Я схожу за кофе. Тебя взять? Да. В общем, на днях я говорю своему младшему сыну Билли, ну, который новенький, не самый смышленый. Я говорю ему, мусорная забастовка продолжается. А он отвечает, я не шучу. Он говорит, откуда же нам теперь брать мусор? И наконец, все ведь считают, что легко справиться с моей работой. Мы получили эту запись из камеди-клуба «Пого» здесь, в Готэме. Этот парень на ней думает, что если все время смеяться, это сделает тебя смешным. Вот этот Джокер. О, боже. Я ненавидел школу, когда был ребенком. Моя мама говорила, наслаждайся ей, ведь в будущем тебе придется работать. Не придется, ма, ведь я буду комиком. Надо было слушать маму. Запусти еще один, Бобби. Посмотрим еще фрагмент. Обожаю его. Забавно. Когда я был маленьким и говорил всем, что буду комиком, все смеялись надо мной. А теперь никто не смеется. Да, интересно, почему? Ну что ж, сегодня вас ждет отличное шоу. У нас в гостях Чак Конби, актриса Джоан Маллиган и новая музыка от Мела Рубина и мертвецов. Посетит это мероприятие. Как вы помните, именно Томас Уэйн первым назвал многих жителей Готэма клоунами. И до сих пор не принес никаких извинений. Я должен сказать, с этими людьми что-то не так. Я хочу помочь им. Я вытащу их из бедности, сделаю их жизнь лучше. Поэтому я баллотируюсь. Они не понимают, что я их единственная надежда.